Помимо цен на продукты, вырастут и тарифы. С 1 июля 2015 года увеличится стоимость электроэнергии. Об этом заявила председатель комитета по тарифам Лариса Новикова. Для жителей города стоимость 1 киловатта составит 3 рубля 4 копейки. Для сельского населения 2 рубля 13 копеек. Подорожает и газ. За голубое топливо, которое используется для приготовления пищи, жители будут платить 7 рублей 90 копеек. За газ, потребляемый при отоплении, цена составит 4 рубля 43 копейки. Не порадуют тарифы на водоснабжение и водоотведение. С 1 июля они вырастут на 11% и 15% соответственно. По словам Ларисы Новиковой, эта мера вынужденная, поскольку ситуация с предприятием «Саратовводоканал» плачевная, и лишь повышение тарифов сможет хоть как-то исправить положение.